желаем, чтобы в следующем году уже цель была именно чемпионство. Команда у нас классная, тренер классный. Все есть для победы. Все только в наших руках. Я надеюсь, что мы рано или поздно вернемся к тем временам, когда имя «Локомотив» гремело в Лиге чемпионов, и все будет как и прежде. Как истинный болельщик, я желаю только одного – быть чемпионом. Не быть безвольными в отдельных матчах. То есть главное – биться от начала и до конца. Мы все выиграем. Мы еще подымем Европу на уши. Все будет нормально. Все будет хорошо.